Дина Аверина. Под музыку Чайковского из «Лебединого озера» удостоилась похвалы Ирины Александровны Вино-Русмановой. Молодец, девочка. Да, Дина молодец. Практически все удалось Дине. И мы видим, какая насыщенность упражнений именно в работе с предметом. Ни одной паузы. Я опять же повторюсь. И мы добиваемся, чтобы это именно был спектакль. Это не спорт, но... как бы спорт в театре, театральный спектакль, именно чтобы был образ, чтобы...